Всем привет, с вами Елена Смирнова, это видеообзор по нашему проекту Bizcoin. Значит, сегодня я хочу поставить денежку на вывод. У меня набрала я минимальную сумму 10 600, а минимум сейчас у нас 10 тысяч сатошиков. Я давно не делала видеообзор по этому проекту. Ну, тут, собственно, и делать-то нечего. Заходи, просматривай кошельки, покупай пакеты. Вот у меня сегодня вот 16 кошелинок у нас вместо 15 добавили. Так, нормально. И по 45 сатошиков есть, хочу сказать. Совсем даже неплохо. И пакеты у нас, да, пакеты у нас подорожали. Убрали пакеты по 100 сатошиков и по 1000. Сейчас минимальный пакет стал 8000. Вот, сейчас я вам покажу. И хочу поставить денежку на вывод. Вот минимум 8000. Вот у меня еще есть активных много пакетов. Значит, так, план инвест. Вот history. Сейчас посмотрим мои активные пакеты. У меня есть активные рефералы, и я знаю то, что проект платит. И чисто из своих активных рефералов хочу показать, ну, то, что проект платит, то, что мы не зря здесь как бы находимся. Вот мои активные пакеты еще предостаточно. Значит, у меня на балансе, так, сумма сейчас загрузится. Скопировать на всякий случай. Так, копирую. Нажимаю Money. Мне подвисает. Так, Виндрав. Так, значит, сюда вставляем сумму. Мне что-то подвисает немного. Я поставлю просто на вывод. Так, сумма. Вот минимум 10 тысяч. Так. Так, сюда вставляем. Так. Мне я вставляла еще забить. Так, сюда вставляем пин-код. Так, мой баланс обнулился. Сюда я вставляла пин-код, ставила на паузу, потому что здесь пин-код, он высвечивается. Значит, ну что? Я уже на паузу ставить не буду. Сейчас посмотрю history, что здесь у нас. Сумму списалась, и как денежка придет, она придет часа через 3, где-то в районе, в этом, ну, где-то так. Я запишу тогда. Нет, здесь ничего, где смотреть. Я не знаю. Ну, денежка придет на Coinbase. Мне приходит оповещение. И должно прийти оповещение самого проекта о том, что денежку они выплатили. Вот. И я сделаю чуть позже. Тогда запишу еще видео о том, что денежка пришла. Вывод. Хотя я знаю то, что проект платит. Чисто так бы я хотела бы, конечно, разогнать свои пакеты, но из-за рефералов своих показать то, что проект без вложений, я ничего не вкладывала, ни одной сатошинки, ни одного копеечки там в этот проект ничего я не вкладывала. Работаю чисто ежедневно, захожу, просматриваю кошельки и покупаю пакеты. Ну что, на этом буду пока заканчивать. До новых встреч!